украшение на окно. Совсем немного времени осталось до празднования Нового года. Мы уже украсили елку игрушками, которые сделали своими руками. Осталось украсить комнату и окна. Посмотрите на окно! Какие чудесные ледяные картины! Ледяные узоры на окнах – одно из самых загадочных явлений природы. Но ему есть научное объяснение. Когда замерзает вода, образуются маленькие кристаллики, число которых постепенно растет, и они начинают соединяться. Так появляется лед. На окнах возникают узоры потому, что в квартире теплее, чем на улице. Узоры, конечно, украшают наши окна, но сегодня на уроке мы будем изготавливать свое украшение на окно из бумаги. Украшение на окно. Подготовим рабочее место. Нам понадобится шаблон, простой карандаш, лист белой бумаги. Возьмем шаблон, вырежем его по контуру. Возьмем лист белой бумаги. Переведем на него шаблон. Оборвем заготовку по контуру. Украсим получившимися игрушками наш класс. Правила работы с шаблоном. Располагай шаблон так, чтобы экономно использовать материал. При обведении шаблона плотно прижимай его к бумаге. Обводи шаблон, не сдвигая его с места. Заканчивай обводить шаблон в той же точке, где начал. Вырежи заготовку по линии. Правила работы с ножницами. Первое. Заготовку держи за большую часть, а меньшую отрезай. Второе. Если вырезаешь деталь по окружности, поворачивай лист бумаги, а не ножницы. Третье. Не размахивай рукой, в которой держишь ножницы. Четвертое. Передавай ножницы кольцами вперед и с закрытыми лезвиями. Пятое. Режь сидя, повернувшись в полоборота от товарища. Концы ножниц направляй вниз. Шестое. Храни ножницы в специальном футляре. Бумага — это материал, с которым человек сталкивается каждый день.
Из этого материала изготавливают поделки, на нем пишут и рисуют. Он бывает цветным, белым и прозрачным. Бумагу можно склеивать, бумагу можно рвать, бумагу можно надрывать, бумагу можно резать, бумагу можно складывать, бумагу можно сминать, бумагу можно разглаживать.